20 ноября, находясь на выходном дне у себя дома, я почувствовал запах дыма. Обойдя квартиру, возгорание не было обнаружено. Выйдя на лестничную площадку, обойдя ближайшие квартиры на своем этаже, также это задымление не было обнаружено, я решил спуститься вниз, на третий этаж. На третьем этаже я резко почувствовал запах дыма, исходящий из одной из квартир. Потрогав дверь, она была горячая. Я незамедлительно вызвал службу спасения, постучавшись в эту дверь, мне никто не отвечал. В квартире никого не было. Я позвонил в Березовский филиал местной охраны, запросил группу задержания для оказания содействия эвакуации граждан из многоквартирного дома. До прибытия группы задержания службы спасения я эвакуировал это граждан из квартир, из подъезда. Было эвакуировано около 20 человек. С прибытием группы задержания Березовского филиала мы совместно с ними эвакуировали остальных граждан. Прибыв в пожарный расчет службы спасения, пожар был локализован, пострадавших обнаружено не было. Звание. Старший полицейский взвода полиции Березовского филиала внешней охраны, сержант полиции России. Все.